Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд своим присутствием. И некоторые прислали съезду приветственные обращения. Выразить благодарность за братские приветствия, за пожелания успеха, за доверие. Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в ее борьбе за светлое будущее народа, в ее борьбе против войны, в ее борьбе за сохранение мира. Было бы ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой, не нуждается больше в поддержке. Это неверно. Наша партия и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и поддержке братских народов за рубежом. Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира. Когда английские рабочие в 1918-1919 году во время вооруженного нападения английской буржуазии на Советский Союз организовали борьбу против войны под лозунгом «Руки прочь под Россией», то это была поддержка. Поддержка, прежде всего, в борьбе своего народа за мир, а потом и поддержка Советского Союза. Когда товарищ Торрес или товарищ Тольятти заявляют, что их народы не будут воевать против советских народов, то это и есть поддержка. Прежде всего, поддержка рабочих и крестьян Франции и Италии, борющихся за мир, а потом и поддержка миролюбивых стремлений Советского Союза. Эта особенность взаимной поддержки объясняется тем, что интересы нашей партии не только не противоречат, а наоборот, сливаются с интересом миролюбивых народов. Что же касается Советского Союза, то его интересы вообще неотделимы от дела мира во всем мире. Понятно, что наша партия не может оставаться в долгу у братских партий, и она сама должна, в свою очередь, оказывать им поддержку, а также их народам в их борьбе за освобождение, в их борьбе за сохранение мира. Как известно, она, наша партия, именно так и поступает. После взятия власти нашей партии в 1917 году и после того, как партия предприняла реальные меры по ликвидации капиталистического помещичьего гнета, представители братских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание ударной бригады мирового революционного и рабочего движения. Этим они выражали надежду, что успехи ударной бригады
облегчат положение народам, томящимся под гнетом капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды, особенно в период Второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую, японскую и фашистскую тиранию, избавил народы Европы и Азии от угроз фашистского рабства. Конечно, очень трудно было выполнять эту почетную роль, пока ударная бригада была одна, единственная. И пока приходилось ей выполнять эту передовую роль, почти в одиночестве. Но это было. Теперь совсем другое дело. Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии появились новые ударные бригады, в лице народно-демократических стран. Теперь нашей партии легче стало бороться. Да, и работа пошла веселее. Особого внимания заслуживают те коммунистические, демократические или рабоче-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти и которые продолжают работать под пятой буржуазных драгоновских загонов. Им, конечно, труднее бороться. Однако им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам, в период царизма, когда малейшее движение вперед объявлялось ярчайшим преступлением. Однако русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет с этими партиями. Почему все же не столь трудно будет работать этим партиям в сравнении с русскими коммунистами царского периода? Потому, во-первых, что они имеют перед глазами такие примеры борьбы и успехов, какие имеются в Советском Союзе и в народно-демократических странах. Следовательно, они могут учиться на ошибках и успехах этих стран, и тем облегчить свою работу. Потому, повторюсь, что сама буржуазия, главный враг освободительного движения, стала другой, изменилась серьезным образом, стала более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить работу революционных и демократических партий. Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой свободы личности. Права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал. А все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равенства людей и наций. Он заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправием эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять. Раньше буржуазия считалась главой нации. Она отстаивала права и независимость нации, ставя их превыше всего. Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продает права и независимость наций за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представители коммунистических демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть
патриотом своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его никому больше не будет. Так обстоит дело в настоящее время. Понятно, что все эти обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти. Следовательно, есть все основания рассчитывать на успехи и победу братских партий в странах господства капитала. Да здравствуют наши братские партии! Пусть живут и здравствуют руководители братских партий. Да здравствует мир между народами. Долой поджигателей войны!